Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, какое внимание нужно уделить поисковой оптимизации или SEO при проведении ICO? Нужно ли на нем сосредотачиваться? Этот вопрос родился, собственно, из моей проведенной аналитики, а он говорит о том, что на сегодняшний день большинство проектов в принципе забыло о том, что SEO-оптимизация существует, и это для меня один из критериев скамности проекта. Даже если это не говорит о субъективном скаме, это говорит о том, что проект может объективно превратиться в скам, то есть у него не просчитана никакая идеология там на 3, 4, 5 и так более лет. Почему? Потому что SEO – это довольно-таки медленный инструмент, за несколько месяцев вы только попадаете в индекс, потом начинаете подниматься. Если вы рассчитываете на то, что вы не сделаете сейчас, а сделаете потом, это очередная большая ошибка. Почему? Потому что такого фактически не бывает. И сделать в SEO, что удивительно, и это так и есть, сделать то, что делается там 3-6 месяцев за, допустим, один, ну, невозможно физически. Так устроены поисковые алгоритмы и так далее. Поэтому я всем рекомендую на этом остановиться, тем более, что это не стоит каких-то великих денег, а если у вас есть своя команда, то это не стоит денег вообще никаких, это стоит, ну, кроме оплаченных часов специалистов. И в этом случае вы уже в среднесрочной перспективе можете вырваться в лидеры, потому что ваши материалы будут индексироваться правильно, в отличие от большинства других.